Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я пройду калибровку. Прямо сегодня я буду играть в 10-ю каточку в ММ, и мы узнаем, какое же у меня будет звание. Кому интересно, до этого у меня было 5 проигрышей, и, надеюсь, будет 5 побед. Мне очень интересно, какое я получу звание. Я искренне надеюсь на то, что у меня будет какое-то нормальное звание, по типу, ну, хотя бы голд 3 или голд 4, я реально буду очень-очень рад. Ну что ж, друзья, товарищи, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. Не забывайте то, что если вы пишете ваш комментарий, смотрите видео без перемоток, то вы автоматически участвуете в конкурсе на халявный голд пас. Ну что же, полетели. Я покупаю Desert Eagle, и начинается наш первый раунд. Я играю вместе с кланом Киборги, то есть это мой клан, вы все его прекрасно знаете. Я очень надеюсь, что мы, ребята, не всрём. Я прям реально заплачу. Не, ребят, не, только победа, только вперед. И мы уже побеждаем, мужики. Вот это мне нравится, вот это по-нашему. Так, ща, пацаны, кентуха ворвется. Ой, вы видите, тут какой-то шампиньон. И тут какой-то шампиньон. Ничего себе, шампиньона много. Но. Иди сюда, иди. Ну, брат, ну давай домой, понимаешь? У меня керамбит голд, у тебя там какой-то обычный нож, пожалуйста. Синкс! Трындец, мы слили первую катку. Блин, у меня что-то такие подозрения, что не читер, я не знаю. А, вот, у парня ник поменяю, в натуре это читер. Поменяю аккаунт на клан. Это читер, вы посмотрите, его убивать, он возрождается. Трындец просто, из-за него я еще получу донный ранг. Это габелла. А ну-ка. Да-да, вот видите, у него поменял ник. Ё-моё, мужики, это жестко. Давайте сейчас проверим. Вот этот парень, поменяю аккаунт на клан. Сейчас мы проверим, он читер или нет. Походу, реально читак. Братан, ты получишь вечный бан. Ну как же обидно, прямо во время калибровки мне попался читак. Да за что? За что? Что я такого плохого сделал? Так, а ну-ка, давай, поехали. Давай. Да, читер, натуре спидхак! Трындец просто! Вот это читер, это читер. Просто смотрите, в чем рофл. Читер не может возродиться, когда я... Вот, возродился, смотрите. Вот, обалдеть, читер попался во время калибровки. Последняя, 10-я решающая катка, за что? Опа, GTX, брат. Давай, ты машина. Ребят, ну вы намек поняли, да? Ну я, конечно, это... ни на что не намекаю. Давай, брат. Красиво, стой так. Ой, идеально, просто идеально, я вижу всю карту. Блин, братан, ну мы так будем долго стоять. Ребята, прикиньте, читер только что вышел. Я в шоке. Читер реально вышел. Обалдеть. Или его кикнули, или он вышел. Или они услышали то, что я ему угрожаю баном. Блин, ребята, зашибись. Так, ну что же, все, вот теперь пошла игра. Наконец-то читера кикнули. Потому что я уже хотел всю их команду банить. У них мастера и даже есть одна легенда. У них очень высокие звания, и поэтому их выиграть будет довольно сложно. Опа, кто-то скинул бамбу, ребят. Спасибо. Давай, тут чел. Да, забрал. О! Ну вот так бы, ребят, ну вот так бы сразу. 3-2, все, пошла жировхата, все, теперь он ли победа, только вперед. Все, читера кикнули, теперь пошла игра. Да ты шо? Ну что же, ребят, ну вы понимаете, тут уже, по всей видимости, будет извин, и, скорее всего, игра закончится очень быстро для команды противников. Ну прям капец, как... Ох, опа, тут есть... Ну дайте мне хоть кого-то кильнуть, а то все будут писать в комментариях, что я нуб. Хотя и так будут писать, что я нуб. Да трындец, интер, дай мне хоть один килл сделать, чувак, где все противники, где мне найти этих противников? Так, ну что же, ребята, играем 3 в 3. Опа. Ага, ой, вы чё все сливаетесь, ребят? Ну нельзя же так быстро. О, я один остался, трындец. Я остался один, и они смотрят стрим. Зашибись. Бежим. Остается 40 секунд, времени крайне мало, и нам, ребят, надо ускоряться. А, чувак, ты чё там? Ой, тут чел в дыму. Йо. 22 секунды. Замочил, нормально. Как думаете, смогу или нет? Да, надеюсь, да. Пожалуйста. Да, давай. Красиво. Ай, блин, я ж так бамбу заплентил. Все начиналось так хорошо. А закончилось прям как в фильме ужасов. Бежим. Ну, ребят, ну! Ну вот так играем, чего там боитесь, как девочки? Бежим. Делаем дал, ушел. Ха! Дал и умер. Интер, ты куда ВМ взял? Нифига себе, ладно. Забираю свои слова обратно. Не. Брат, а он стоит на ФК! А, не ФК. Я думал, на ФК стоит. Давай. Да как так? Ну ты нубик, Интер, давай. Интер! Просто хэштег Интер тащи. Давай, мужик. Ну. Ты адекват? Да не надо на нож. Вот так бы сразу, красиво. Ага.
Опа, кто-то слепой? Ха-ха! Выбил бамбу, ништяк. Бамба на лангу, ребята! Да ты что, вот это команда! Слушай, команда мечты 8-3! Ой-ля, ребята! На кого откалибруется Кента ПК? Ну что же? Давайте. Фух. Просто мы с вами лучше, мы с вами машины. Определенно мы с вами машины. Так, ребята, счет 8-3, поехали. Кстати, народ, огромнейшая просьба к вам, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК, если вы еще не подписаны, если вы еще это не сделали, потому что, ну вот, вот такие вот ММы я играю почти каждый стрим, поэтому если хочешь поиграть вместе со мной, то тоже подписывайся, потому что я играю ММы с подписчиками. Так, ребят, кажись, какой-то... Кажись, сейчас все закончится очень-очень быстро. О, вижу. Последний парень на миду. Ну дайте мне кого-то замочить, ну Интер, имей совесть, ну елки-палки. Так, ну что же, ребята, прямо сейчас у нас будет последний финальный раунд, в котором решится абсолютно все. И я уверен, что мы сможем выиграть. Я должен сделать хотя бы парочку киллов, чтобы все не писали, что Кента ПК нуб галимый, вы сами понимаете. Просто, чтобы понимали, кто играет против нас, смотрите. Чтобы понимали, кто играет против нас, какие звания. Феникс, это самое низкое звание. Дальше, у этого парня, какое звание? Чемпион. Дальше, кто где-то был элита. Мастер, ну и еще вот читер элита. Ну вы поняли, то есть там, ребята, был ну прям полный развал схождения. Все, ребят, погнали, сейчас будем тащить, сейчас будем побеждать, вы понимаете. Так. Ух. Да вы куда так быстро? Дайте кентухи кого-то, дайте мне, ребята. Не жадничайте, кажись, последний был на лонгу. Я хочу забрать последнего. Я хочу победить. Так, он тут. Ну да, я должен спину его замочить. Ну, ребята, ну Нет. Он мой. Нет, GDX! На кого же я откалибровался? Блин, ребята! Сейчас все решится. Это полный трендец. Я думаю, блин. Ну лишь бы не Сильвер хотя бы. Откалибровался на Феникса! Ничего так! Вот тогда! Я Феникс! А как так-то? Я же 5к так проиграл, 5к так выиграл. Чтобы понимали, знаете Васянчика? Он, короче, тоже 5к так проиграл, 5к так выиграл. И при этом у него Сильвер 4. Я Феникс! Ничего так! Вот это, ребят, я успешно откалибровался. Я просто в шоке. Ну что ж, дорогие подписчики, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК, потому что, ну вы видели, кто тут Феникс. Конечно, я, честно говоря, отыграл очень плохо, но я старался, я пытался. И, так сказать, можете меня поздравить, я Феникс. У-ху!